Это диджей Vigilant. Я продолжаю проходить игру под названием «Розовая пантера». Итак, у нас 5 ключей. А, у нас 5 ключей, значит, нам можно идти вот сюда, наверное. С цветочком разобраться нужно. Теплица! Ждите, жду. Ага, понятно. Как эта система работает. Я понял, понял. Один. Отворачивайся. Ну? Смотри-ка, не хочешь отворачиваться. Бо. Тебе показалось. Блин. Заметил. Я слишком спешу. А я 10 секунд. 8, 7, 6. Мы сделали это. Ну и ладно. Главный ключик. Да? Да. Окей. Теплица открылась. 5 ключей. А у нас 6 уже. Давайте-ка вот сюда. Круто. Такая квартира, в которой... такой дом, в котором комнаты из разных времен. Это необычно. Это туда, это там. Угу. Надеюсь, запомню. Так, сюда яичко. С эффектами уже. Так, сюда вода нужна. А вода у нас ниже. Ого. Все можно спрятаться. Все против нас. Понятно. В принципе, как обычно. Вода, где вода? А вон где вода. Хозяева, воды дайте. Так, а как к ним залезть? А,
Так, я сюда. Блин, этот. Тупое создание. Я просто не пойму, до какой степени надо высоту прыгать, чтобы на уровне оказаться. Так, а, блин, я забыл взять. Ай, как я так вскочил. Да, голос у тебя, конечно. А как пробраться? А, вон куда. А он тупоголовый, чё. Вот сюда. Ого, надо как... А вот яичко. Блин, я не знал, что это бомба. Откуда я знал? Что яйцо у них это бомба. Сейчас рванет. Вау. Блин, из-за этого тупого животного. Не отчаиваемся. Так. Блин, да что же вы все лезете? Уже не успею. Как вот вниз спрыгнуть? Вот. Тупо-тупо. Тупо-тупо. Это никто у нас на пути не стоит. Вот сюда. Клади, клади. Чё за пизда? Сейчас-то, я думаю, беспоследствие же нормально будет. Клади. А куда хочешь мне скачать? Я даже не знаю, куда мне вести-то. Вау. Сбрала. Вот тварь. Блин, а как мне спуститься-то? Неудобно сделано. Кость там, а куда нам? Сейчас посмотрим. А, вот сюда еще одну надо.
не допрыгиваю. Запутаешься во всем этом деле. Так. Первый раз сюда принес, но я почему-то не положил. Вон. Ключ у нас там. Да ё-моё. А, не поднимаюсь. Да что такое? Во. Они скользкие. Ага, вот сюда кость надо, вон куда ее надо. Ужас. Не маленькое расстояние, чтобы бежать. А где мы там уже эту кость брали? Ё-моё. Я не помню. Это ниже. Нет, не здесь. Запутался. Вот где. Блин. Тупое животное. Да блин, чё ж ты не прыгаешь-то? И он туда же. Так, ключ у нас здесь. Так, ключ возьмем, и куда нам? Это куда нам? Его только сейчас нести? Здесь понятно. Вау, вон он пробежал. Я не в курсе, куда нести.
отсюда точно. Оу, забрал. Все-таки забрал. Ну ладно, продолжим в следующей серии. Это был DJ Vigilant.